Hello. First I want to say... Всем привет, также передаю привет фанатам. Предложение я получил благодаря своему агенту и хочу поблагодарить футбольный клуб за предоставленную возможность. Остается только помочь клубу в достижении его целей. Да, я знаю Благо, он говорит, что это хорошая команда, которая дает возможность молодым игрокам проявить себя. Я знаю хорошо испанский и болгарский, английский в принципе тоже дается мне легко, и теперь я начинаю учить русский. Первые дни всегда тяжелы, потому что нужно привыкать к новому коллективу, к новым игрокам, к новым тренерам. Я думаю, что сейчас мы ближе всего познакомились с Рената Гойковичем, потому что мы оба с Балкан. Да, первые дни тяжелые, ты только что вернулся с отпуска, а сейчас нужно сразу включаться в работу, поэтому, да, тяжело.